Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Нубию Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к нему. Ссылка на первую серию появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество», ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Все-таки Краков сталкивай. Ну все, миссия на эту игру выполнена. Поздравляю, мы успешно поделили ход. Япония, что мир? Ну, вы у меня Кракова забрали, я что-то не хочу. Не хочешь воевать или не хочешь мир? Да, мир не хочу. Черт. Ты как-то, ну не знаю, ну не... Зачем? Зачем вот ты вот дефолт своя игра, да, вообще? Реально, зачем? Ну да. Так, давайте, может, апостолов уже прикупим и укрепим религию. А, блин, храм Махабодхи строю, сейчас получу двух апостолов. Ребята, у Конго появились самолеты, еще не все потеряно. Так они в союзе. Ну, у меня тоже самолеты. И у него больше алюминия теперь. Если бы мы одномоментно вышли в самолеты, тогда да, можно было что-то с ним. Тогда бы я не нападал бы на китайца, наверное, в дефу. Да, ты бы напал на меня. Ну, я бы не открывал химию, наверное. Сколько он был уже в бомбардировщиках, а я только бипланы открывал. Чё ты перс там, ну, пошел там на этого, на Маури, американец, там чё на Маури не пошел? На Маури? Да. Перс на Маури? Да, они с двух сторон, он с двух сторон живет. А, с двух сторон. Так его города и так ко мне отлетают. Тем более у меня сейчас проблем побольше есть. Люкс отключился. Зачем ты их уничтожаешь? Мы же мир хотели. Да не, потом в ядерки мне полетят, нафиг это надо, чтобы сосед. Какие ядерки, я еще палками ну, стою без солдатки. Ну, за 20 ходов ты можешь разогнать науку там. Особенно если мы сейчас замиримся, там счастье подпрет вверх. Ребят, мне нужна установка, которая пускает палки в самолеты и сбивает.
Я боюсь, я только японец изучил. Два входа до урана. Да, нефти. Ма. А, не его. Что-то есть, подождите. Так, довольство закончилось. С кем там поторговать можно? Конго предложение. Я хоть слышу. Блин, город отвалился. Боже, нифига себе, песчаная буря у меня здесь.
Охренеть, у меня тут буря вообще трындец какой-то. Так, аэропорты надо строить. Его самолеты летают прямо возле моего района военного. Я ничего не могу с этим сделать. Конга, нет, зачем войну объявлял? Все-таки Помпею уничтожить далеко не вулкан. Американец, сделай все, что в твоих силах. Я удержу, как только. И еще прими эту самую. Перс сделка.
О, уран есть. Ура, ура! Американец, может, задружимся? А какой смысл? Ну, а какой смысл тебе, вот, честно? Ты, ну, потеряешь сейчас союзника, у тебя даже не будет куда караван отправлять. А, купы ты сможешь, да? Караваны в купы такое. Не верь ему, он тоже мне говорил, что мы будем друзья. Да-да. А потом внезапно, а вдруг у тебя ядер? Когда я даже не знаю, что такое уголь. Я извиняюсь, мне интернет выключили. Мы так и поняли. Так, все, меня уже убили. Смысла заходить нету. Нет, тебя еще не убили, но я уже начал. За тебя компьютер играет, ты, если хочешь, можешь зайти. Так меня там убивает, смысл какой. Ну, пока тебя никто не убивает. Летят... Нет, в него летят бобры. Денис, ну, ладно, ой, Денис, Лёш, проспонсируй. Давай, пока. Лёша, проспонсируй войну, мне нужна твоя нефть. Тебя, Лёш, не слышно. Кинь предложение. Я кину. Да, занудными, конечно, у меня стрелковые юниты уже скоро будут все последнего уровня просто. Да, она этим очень хороша. Самое главное, что это как бы до конца. О! Стоит и сохраняет. Знаменитый персидский пехотинец. Теперь у меня есть пехотинец, я смогу отбить свой город. Какой? Все. Ну уж все-то там пока что так.
Не надеюсь. Я буду научен игрой, я буду знать, что от тебя ждать в следующей игре. Только разочарование и предательство. Не, а что ты мне в этой игре сделал, типа, хорошего? Я был с твоим союзником, а ты мне объявил войну. После всего того, чего между нами не было. Ты мне объявил войну, как бы, когда... Помнишь сам. Ты агрессор. Ты разрушил наши отношения. Потратил лучшие ходы своей жизни. Ну что, давай следующий ход по счету начнем. Тебя не слышно было. Алексей. Давай, давай, я сказал давай. Ты думаешь, это критично для тебя, да? Принципиально. Кто у нас посчитает? Да, я готов. Давай я посчитаю, без проблем. Готовы? Я готов. Я тоже. Алексей. Раз, два, три. Блин, что-то я... Ай, блин. Не могу пройти тут границы у Маури.
Черт, спалил мои. Зачем ты их увидел? Да их давно увидел уже. Это был мой диверсионный отряд. Может, где-то еще просто у меня не в границах. Нет, нет. Блин, сколько у грузина. Мне надо будет Рустави захватывать явно. Блин, у грузина даже священок, что ли, нет? Надеюсь, ты доволен, что у тебя теперь есть мухосранск. Обидны твои слова для жителей Мухосранска. Столица, что поделать. Мистер Ди, ты планируешь принимать участие в военных действиях? Ну, а там у меня уже современный истребитель. Каким образом? Я только-только уголь открываю. Грязь в район. Я вообще не знаю, о чем ты говоришь. У нас в этой партии два только соперника по ходу Конго и Япония остались. Может, американец, замиримся, и будешь меня караваны. Мирись. У Конго на самом деле больше культуры, он постабильнее. Он там сейчас нормально все будет. Грузина заберет еще. Какие еще бронетранспортеры против осадной башни? Нет, города передавать нельзя. Я не хочу, чтобы они достались японцу. Ну какой толк, если ты передашь сейчас американцу, я на него тоже нападу. Просто я не знаю, им предлагаю мир как бы. Что-то не хочет. Ну а какой смысл мириться? Ну или, ну... Ты просто по приколу играешь? Ну нет, но победить я тут вряд ли уже побежу. А, скажем так, давай, корпус кавалерии против корпуса ПТ команды, кто сильнее? Не побежу, а победю. Ну, одержу победу, ладно. Сейчас мы возьмем неподозрительный город и уже осадную башню подвел. Кстати,
Как раз, я думаю, именно Конго сейчас лидер. Ну да. Вы помните, я что он там имеет со скульптур кучу всяких этих? У него там производство сейчас, наверное. 8 еды и 8 производства со всех моих музеев вместе взят. Прибедняйся, ну, чё-то. Ну, 350 культуры, это круто, согласись. 474 так науки. Бонус, это не в культуре же. Про бонусы говорил. Я тебе бонусы, ну, сказал. Давайте посмотрим, что тут нанимал. Американцы фермы Конго. На уране. Наверное, там хорошие... Урановые фермы, конечно. Урожай. Конго взял науку плюс 4 к универам. Взял вот художника. Две скульптуры получит. Да, Конго, у тебя все зашибись. Да, у меня все зашибись, а у японцев еще все лучше. Я же не говорю, что у меня плохо. Я говорю, что у японца лучше, я его не догоню никак. Он все на эпоху дальше меня. Ну он-то там с кем-то воюет? Он воюет так же, как я. Со всем нашим континентом воюет. Давай ты, может, грузины не будешь забирать? Давайте тогда ЦЦшним на японца и все. Ну, голосуйте. Ну, нет, ну просто если я не забираю Конго, хорошо. Лёша забрал шумера. Японец забрал китайца. А я не должен забирать грузина почему-то. Непонятно. Ну, что там с другой стороны нету людей, кого забирать? Нет, у меня один сосед, это грузин. И ты. Странно. Но по тебе идти неудобно. А там что, нас мы что, на двух континентах? Горы. Да, там горы там, нас да, разделяют. Да. Так что с японцем я воевать не могу. Только урановые ракеты в него кидать. С подлога. Поскольку угля-то у меня, оказывается. Сколько? 6 месторождений. Алексей, ты там 2,5 моего города, да? Планируешь захватывать? Ну да. То есть и ты можешь уже идти давным-давно. Ну не прям уж давным-давно. Ну когда у тебя столицу захватили. Блин, слушайте, тяжело так с таким огромным количеством городов заниматься. Пригород построен. Ладно, давайте темпл-майор.
Нифига себе, Исин прям сейчас отвалится. Зашибись. Тут надо самолетами это уже все добирать. Бомбардировщик три хода. Теперь у Маори города отваливаются к японцу. Че, американец, мы миримся или че, воюем? Воюем? То есть он тебя ядерками закидать не может, а я могу, да? Ну, у него есть бутылка на уране и ферма, поэтому он еще пока. Предательство должно быть наказано. Я что-то опять отвалился, что ли? Вроде нет.
Прикольно. С люксом рассинхрон. Люди уходят, у меня начинается вот эта шняга. Что там, мистер Ди, у тебя упал? Это у меня. Это у Люкс. Супруга решила в без 10-12 навести порядок вокруг вообще. А, ну это классика. Это нормально, да. Вместо того, чтобы сесть, уже успокоиться. Ты вот зря вот это говоришь. Мне кажется, это ее не успокоит. Да, ты прав, она решила сейчас к системнику полезть. То есть, если ты сейчас вылетишь, это значит, случайно нажата кнопка резет. Да, 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 нет, хуже, это будет выдернут какой-нибудь шнур из компа, не лезь туда. Ой, еще ситы-инга отваливается. Нет, ладно. Это ладно. Спасибо за игру. Кому? Сейчас я еще кастену посмотрю. А, все там. Кого вынесли? Китайцы? Персу. А, персу. Китайцы давно, я понял. Спасибо за игру, да. Спасибо за игру. Спасибо, ребят. Всем вам хороший кат. И доброй ночи. И тебе. Что, вот что ты считаешь, ты сделал неправильно? Мне кажется, он вышел. А, все, да. Жаль. Я могу сказать, что мы сделали с ним неправильно. Напали на Польшу. То есть там лучик хорошо отзащищался, да? Очень. То есть если бы не было этой войны, ну или мы бы забрали его очень быстро, то ну, у меня есть где селиться, и я бы развивался нормально. Жадность меня сгубила. Ничего, через два хода выхожу в бипланы. Против современных, да? Да, сейчас я Челлини завоюю. Конго выгодно, да, конечно. Чтобы мой сноубол прекратился. Ну как, ты на 10 технологий Конго опережаешь? Он меня опережает на эпоху, на целую. Не знаю, Конго он растет. У Конго-то уже 600 почти тысяч. 150. Ну это там у тебя довольство больше в городах. А ты чё ракетостроение и не учишь, Челлини? Ракетостроение. Потому что он в термоядерке идет, чтобы пойти забросать термоядерками Конго и решить партию. Да, вот я об этом и говорю, что там он будет раньше, чем я в зенитке. Не, слушай, Конго, мне Рустави нужен. Ты сорян, конечно, но... Слушай, а у Лёши сколько науки сейчас, кстати? У Лёши 200 науки, ну просто Лёша полконтинента занимает. Конго, мы про Рустави не договоримся, да? Я думаю, нет, потому что там алюминий, а мне надо... Алюминий и в других городах Грузии есть. Зачем тебе Рустави? Алюминий? Я не буду на тебя нападать. Я буду отбиваться от японцев. И что? И поэтому мне алюминий не нужен, да?
хочешь сказать, что у тебя вот на этом огромном... Да, пустыне... на этом огромном континенте один алюминий только. А ты сейчас забрал у грузина три. Давай ты не будешь жлобом и отдашь один алюминий мне все-таки. Поздняк, ты опомнился? Хорошо, забирай, Рустай. В смысле, поздняк опомнился? Я собирался как раз на него нападать. Просто... Вот забираю Эриду и нападаю на Рустай. Я бы просто тогда не забирал, ну, не захватывал Рустай. Если бы ты раньше сказал. Ты же молча собирался. Ну да, я, извини, я не сказал, но просто тут другие города были, ты именно забрал те города, которые с алюминием в первую очередь, сразу же. Ну, и причем логично. Рустави, он не близок к тебе, то есть ты, это самый дальний для тебя город. Люкс, у тебя ход бесконечный. Да, сейчас я дохожу, потом договорю, забирай Рустави, хорошо, уговори. Мужественные всадники настолько мужественные, что два выстрела самолетами выдерживают. Это да. Но они же не убегают. Они стоят. Нет, конечно. Мне конечно. Вспоминается сцена из... как там у Хичкока этот фильм? На север через северо-запад или как-то? Понятно, никто не поможет. Все необразованные. Там как раз когда... Да, он сам этот фильм, да. Летит этот самолет, он стоит там в поле, на него так самолет. Он мужественно убегает. На север через северо-запад, да? Да. Блин, опять этот My валится. Woman from Tokyo. Понятно, спасибо за информацию. А твой мэн откуда? Все, нету инфы. Блин, ну я так героически выйду. Что-то с великими ресурс. Людьми уже третий раз подряд. Да, да. Давайте опять? Все как-то объединяться. Научников. Сейчас... За ученых. Давайте вообще не будем говорить, за что мы голосуем, чтобы не получилось. Давай, Челиню, давай, не говори. Так, Челиню не говорит, за кого он голосует. Я за рандом голосую, короче. Молодец. Предлагаю не голосовать за чтобы не начислялись очки ученых. Все-таки. А вот ресурс не знаю. Не знаю.
Ну, может быть, какие-нибудь черепахи или киты. Они, по-моему, у всех есть. Зачем вы говорите? А в чем дело? Там кто-то дипломатии побеждает? Да, там побеждает. Но у него 9 из 20. Он чудеса достроит и все. Ну, скинь пару термоядерок и не дострою. Попробую. Блин, у меня реально полкарты, а так херово с наукой все. Мистер Ди, а как там у Челиньо наука, культура? 693 на 213. Понял. А вы так и не встретились? Нет. Я же отправил. Блин, сижу, жду чего-то. Нет, я считаю правильным, чтобы Конго и Япония в друг другу... В каждого по 15 термоядерок бросил. Тогда Лёша выиграет. Имея... Почему я? Тут еще мистер Ди есть. Тут еще мистер Ди. Нет, они тебе не конкуренты абсолютно. У тебя городов сколько? 20? 20? 22? Нет. 23, да? Ну, у тебя 14 своих, и ты забрал Шумера. И еще что-то ты забрал у Маори. То есть около 20 у тебя по-любому должно быть. Нет. Ну да, ладно. И что? Ну, у меня даже нету 200 науки. Ты вон грузина забираешь, и что, и сколько у тебя городов? Я здесь при чем? Подожди, мы же договорились. Мы с японцем друг друга ядерки кидаем. А, если мы договорились, тогда все, я замолкаю. Если мы об этом договорились, тогда хорошо, все, я молчу. Да, у меня 20 городов, у меня тут вообще зашибись, я победю. Но вы друг друга по 15 термоядерок. Так, где мне там бомбардировщик мой, наконец-то? Вот он. Блин, в военном лагере хрен знает где построился, блин. Что, Лёша... А, у тебя алюминия нет. Ну, есть почему один ресурс. Ну, потому что когда самолеты будут... Всё, следующим ходом уже. А ты что-то пушками этими долго что-то как-то так. Ну, они классные, прокачанные. Да ты можешь идти спать, что ты сидит такой, когда ты меня уже заберешь? Вообще понятия, когда ты меня в войну видел. Сидели нормально, ну, чтобы забрать тебя. У меня просто после войны с Маури куча юнитов осталось.
Блин, если города так будут, каждый ход отваливаться. Это Эриду надо обязательно захватывать. Кстати, у тебя Рустави и так отваливается, я смотрю. Я ничего не делаю для того, чтобы он не отваливался. Следующим ходом заберу. Понимаю, самолет пролетел, да? Именно. Ту-104. Какой-то хреновый вообще торговец. Что у меня в этой игре какие-то, какая-то все как-то через одно место, прямо скажем. Слушай, Челинин, походу, был прав. Там вон это. По поводу. Конга-то. По поводу дипломатии. Ну, 11 из 20 это еще все еще. Не победа. Ваш центр города был атакован разведчиками врага? Шумер, блин. Иди нафиг, ну, отсюда. Шумер же. Центр города атакуют разведчики врага. Это же разведчики, ты разведывать должен. Ну, вот и проверяю. Колизей его кто-то построит. Я строю Колизей. Следующим ходом. На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!